Всех приветствую, с вами Краблон Геймс, это, друзья мои, 7 Days to Die, сезон летсплеев. Мы продолжаем. Так, покуда у нас надвигается ночь, надо что-то где-то здесь, да, взять? А здесь у нее какая-то лажа полнейшая. На юг это домой, на север, это куда вообще? Да ладно. 1,3 километра, а здесь у нас в городе вообще-то тупик. Чего? У нас тут дороги, что ли, опять разошлись? Ну, по всей видимости, да. Ну, давай, короче, пофигу, поехали. Сейчас найдем еще один город, я чувствую. Значит, на север давай. А мы пойдем на север. Так, быстренько смотрим, что у тебя еще есть. Денюжка у нас небольшая имеется на кармашке. Нить. Так, что дает? Магнум. У нас пока нету магнума, поэтому... Так, 56. Нет, такая снайперка нам не нужна, спасибо. Так, это все. И это все наше. Да, ничего полезного тут нет, к сожалению. Ладно, погнали дальше. Well, и куда? Воу, то есть здесь город еще один есть. Или нет? Ну, сейчас мы узнаем, короче. Это мы сейчас узнаем. Так, что у нас тут есть? Ну, смотри-ка. Нужные, важные вещи. Естественно, берем. Топлива у нас немного, надо помнить. И тут свои нюансы. Все, погнали. Так, еды у нас немного. Соответственно, сюда нам тут дорога, как говорится. Вопросов нет, да? Отличный, прекрасный магаз. Все для нас. Так, ну погнали, посмотрим, что тут мы можем хапнуть. Так, значит, у нас тут есть свои нюансы, да? То есть у нас есть зажигательные пульки, которые вообще бесполезны от слова совсем. И надо куда-то их устроить. А, может быть, пистолером, кстати, их отстрелять? А? Почему нет? Они же ни о чем, правильно? Так, магнума ну, вообще-то нет, между прочим. Так, все, погнали. Значит, здесь мы сразу берем огненные пулялки. Будем пулировать в кого-то. Так, а вход, простите, где? Хотелось бы маленько уточнить этот вопрос. Так, сбор надо убрать. Давай, родненький, жамкай. Так, у нас там очков прокачки один. Так, в интеллектус мы как-то можем здесь продвинуться в неизвестном направлении? Вообще, да. Мы можем продолжать себе торговлю апать. Что мы и сделаем благополучно. Торговля — двигатель прогресса, друзья мои. В 7-дейке это прям must have. Так, ну, видимо, сюда. Так, оружие-то у нас не заряжено, как обычно. Минутка подготовки к бою. Так, для дробовичка немного пульк. Так, давайте сразу отхаркаем, наверное. Какая шляпа вообще, эти пульки. Ни о чемные вообще. Так, а сколько у нас урони? 37. Ну, вообще-то, на самом деле, вообще ни о чем, но тем не менее, ладно. Использовать мы это, конечно, не будем. Сейчас посмотрим, что еще есть. Огромный веселый магаз у нас тут. Ой, а шнайперской винтовочки-то у меня никакой нет. Дистанционная стрельба. К сожалению, на дистанцию нам здесь нечем пальнуть. К сожалению, на дистанцию нам палить здесь нечем. Очень жаль. Друзья мои, черканите, какими снайперскими винтовками вы используете? Пользуетесь ли охотничьей? Не понял. Вау, братан, вот это ты вылез неожиданно. Фига ты там откуда выбрался-то, родненький. Ишь ты, поди, ишь ты, замаскировали тут жука. На тебе плиту. Так, ну нам надо с пистолетов-пулеметов здесь всех это уконтрапупливать. Я в домике. В хреновом домике. Так, милота. Так, 9-миллиметровых у нас пока вагон и маленькая тележка.
Ай-яй-яй, ай-яй-яй, пригорающий зомбарь. Так, нить. Эй, я за едой сюда пришел вообще-то. Так, ну попробуем чисто за счет. Ну да, здесь придется эмочку, конечно, расчехлять. А, идти, твою мать. Да. Костерочек. Что-то точность у эмочки какая-то никакая. На средней дистанции она еще огонь, а здесь, короче, вообще беда. Так, ну давай-то сполошим ребяток. Во, другое дело. А то стоят там платочки те ребят. Так, все. Так, подождите, может здесь что-то лежит? Они же что-то должны были охранять-то, в принципе. Ой-ой-ой, лучше бы это не охраняли, ребята. Так, кто-то это... колыхается пузеньком. Ага, вот он ты. Здравствуйте. Стесняешься? А, у тебя... что, нишка на... обосрашка? Хорошо. Ноль проблем. Кто-то опять несёт-си. То ли сзади, то ли спереди, то ли сверху, не поймешь. Ну, короткие очереди еще куда-то, что-то, зачем-то. Неожиданно. А, это был тактический маневр. Понятно. Еще бегает. Так, тут никого. Так, ну что, быстренько обшариваем зал. Фиг его знает, что здесь есть. Могут быть и ничего. Так, норм. Ну, что-то какой-то медицинский отдел мы зашли. Совершенно очевидно. Жратвы тут не будет. Глазки заведущие. Ручки загребущие. Спать. Так, ну допустим, я сюда зашел. Вопрос, зачем? А, вспомнил. Персонажик хочет кушать. Я подумал, что в продуктовом магазине, возможно, есть продукты. Скорее всего, я категорически ошибся. И тут их ни хрена нет. Но я уже пришел. Ну, всякой гнили полные кармашки. Так, что у нас здесь? История веселья и радости. Так, спирт, наверное, нам не пригодится нынче. Мы сами его можем синтезировать, поэтому это не такая, чтобы большая ценность. Ну, пришел я сюда. И что дальше? Кофейку не нальете? Спасибо. Так. Рекламу они, конечно, забавно делают, но... Опа.
Ну, 29-долларовый костюм, где его взять, идти, понимаете? Тут большая проблема. Много, кстати, друзья мои, кто его использует, а? Кто-то. Да, ребята. Тихий подход, это не про вас вообще. Это как вспоминается фраза, а что ты будешь делать... А что ты будешь делать, если они нас с первого раза не услышали, да? Это убрать перископ. Когда они на дно там бахнулись. Это был шедевральный фильм. Что вы думаете о нашей подводной лодке? Она не развалится только потому, что ее птицы засали. Это было классно. Тут вопрос пойдет. Так, ну что значит? Казалось бы, можно войти, но... лишь казалось. Так, опять шляпные пульки. Нет, их можно, конечно, использовать на первом, на начальном этапе, но потом, да, не бесполезно. Серьезно? В очередь! В очередь! Откройте вторую кассу! Откройте вторую кассу! Галя у нас отмена! Но, как вы видите, удалось большую часть клиентов удалось обслужить. Так. Тут ничего нет или что-то есть? Так, еще немножечко покушать. Хорошо. Так, автоматика работает, надеюсь? Нить. А зря. Так, кто-то где-то пытается это... прорываться в неизвестность. Не то, чтобы я рад этому событию. Ну и... Ален! Так, алло, еда-то какая-нибудь будет, нет? Так, что у нас здесь есть веселого, жизнерадостного? Там, по-моему, собака где-то. Я тут зарылся в овощах. Так, отлично. Что у нас здесь? Так, немножечко пожракать. И вперед. Опа! Выход! А, ну, некоторое количество назад у меня было много этих, ну, как бы, боеприпасов. Но ситуация коренным образом изменилась. Надо их экономить. И надо перезарядить Томиган, который оказался у нас вообще не готов. Так, ну пойдем посмотрим, что у нас в туте. Меткий выстрел. Вот до этого момента был. Да ты чё, дяденька? Не успел испортить воздух, да? Ну бывает так, а ты думал. А то тужился, он тужился здесь. Ты видал вообще? У нас такие номера не проходят. Да наконец-то. Чё бы что-нибудь полезного было, вообще было бы идеально. Ну да ладно. Так, ну здесь все-таки надо, наверное, это... Так, давай-ка отсюда рукоеточку заберем. Сюда вот это вот положим. А рукоеточку положим вот сюда, наконец. Чтобы точность нашей... А, нельзя.
Так что здесь вот это стоит. Тогда сорян. Тогда мы такие раз. Маневр. А это вот сюда. Да в смысле нахрен нет? Ну ты чего? А если я это сниму? А, нельзя. Окей, понятно. Толку, как говорится, ноль. И сюда нельзя это вставить. Ты... Модификации просто от бога. Так, ну что же, здравствуйте. Добрый, как говорится, времень суток. Ой, мы какие опасные. Смотри, у меня эмочка. А у тебя нет. Здравствуйте. Вам стучат, стучат, а вы не открываете. Хулиганы. Так, что тут полезного? Ведро! Могло бы быть, но обошлось. Так, это не нать. Ну-ка быстро. Ой, как это неудобно. Прям купец. Когда уж починят эту прекрасную... Прекрасную проблемку, когда уже починяют, интересно мне узнать. Хотелось бы прям вот уточнить маленько этот момент. Ну, возможно, не уточним. Так, оружие не заряжено. Заряжено, заряжено, заряжено. Вот теперь можем следовать, как говорится, в туда. Так, вон там... Кто? Где? Простите, а преследователь где? Слышь, вот это вот... Где вот это вот все? Затаилось. Опасность, друзья мои, близка. Кстати, я там не забрал этот яду. Вспомнила про нас вот этот поворот. Где она хотя бы? Зомбик! Где ты потерялся-то? Доброе, как говорится, утро. Никого нет опять. Так, ну механические детали нам сейчас не очень горят. Высоко гляжу, далеко дышу, называется. Все, вперед. Засада! Нам могут засудить. Бежим. Реально засада. Так, и питу миночку сверху. Вот. Да, нормально, нормально. Они тут это подошли к вопросу. Но проблема в том, что я с дробовика не попал. Попал бы с дробовика, проблема была бы решена. Но я не попал. Так, по зернышку. Не будем этого делать. Подозрительно и крайне стрёмно. Пылающий ад разверся. Так. Ну мы такие, окей, у нас обход. Мы такие, та-та-ра-та-ра-та. Так, ну... Мы могли бы взять еды здесь. Если бы тут была вообще. Но нам как-то что-то... Общая непрухость. Общая непрухость у нас наблюдается нынче. Целый кошелечек. Ничего полезного в кошелечке нет. А зря. Так, где тут это? Вруги. Вружины. Подождите, подождите, я подойду ближе. Говорите, говорите громче, вас за выстрелами не слышно.
Так, вот это милота. Отличное место, слушайте, а? Такая прям аптека-аптека. Так, значит, нам надо это, вот, постучаться. Нить. Так, значит, ладно, вот это возьмем. Так, по поводу воды. Пьем две сразу, наверное, да? Наверное. Так, ну и еды тоже мало, так что тоже съедим вот это вот. Вот. Дела наши стали чуть-чуть сытнее, скажем так. Насчет лучше не знаю, сытнее точно. Ну, как бы баночка, конечно, прекрасна, но... Неплохо было бы что-нибудь и пожрать, в принципе. Так, что тут у нас? Ага, подозрительно. Типа спрыгивай, получай звездюлей. Вот оттуда, кстати. Так, давай-ка с этими сначала разберемся. Ой, по-моему, я маленько ошибся. Чуть-чуть. Слушай, а тоже оттуда что-то тоже ломится. Местный Годзилкин. Упс, кажется, это не помогло. Упс! Ну, как говорится, красота, ляпота. Нужное. Так, поесть. Нетронутые магазинные полки, окей. Ну а почему здесь только остались консервные банки? Вы продавали консервные банки? Так, ну здесь у нас в принципе, все очень неплохо. И я вот думаю. А потом перестаю, друзья мои, знаете, отпускает. Так, что у нас тут? Немножечко... Ну как бы это не еда особо. Будем откровенны. Так, нам еще один магазинчик вручили. Вопрос, куда его девать? Потому что в пистолет, конечно, его можно запихать. А вот во что-то действительно толковое как-то нет. Ну реально, что, пистолету нельзя этот приклад поставить? Это вы чего? Как так-то вообще? Куда смотрят конструкторы? Идеально же вообще. Даже не знаю. Даже вот и не знаю, даже вот стою и думаю, нужен ли мне такой фиолетовый пистолер, или как-то обойдемся. Картошечка, нет, картошечка, это не наш вариант. Да и те... А, потолочки. Ой, какие потолочки-то нехорошие. Так, ну давай, еды какой-нибудь вкусной. Ну, это не то, что нам, конечно, надобно. Ну да ладно. Так, ну сейчас большой ящик будем открывать. Это сейчас будет еще тот сложный теоретический момент. Я надеюсь, отмычек хватит. Внезапно. Ты погляди, чё дают. Чё дают, ты, говорит, погляди вообще, глянь. Так, эту штуку сразу починировать.
Обвесы всякие и прочее, прочее. Это, конечно, мило, прекрасно, радостно и весело, но пихать это уже явно некуда. Поэтому сделаем, наверное, как-то вот так вот и тихонечко откланяемся. Так, а здесь никак вырваться по бырику не выйдет? Нить. А это куда нас приведет-то? Зал, походу, дело куда-то. Так, а у нас камней нет, да? Смешно. Так, сюда. А отсюда же тоже так просто не выйти, да? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, я зря спрыгивал, да? Да. Я очень зря спрыгивал, потому что мы могли бы немножечко, немножечко, тихонечко. А, здесь стена. Могли бы, но нить. Но точно нить. Прям всем нить дать. Так, поехали. Есть такой номер нашей программы. Теперь надо как-то это просучироваться сюдема. А теперь как бы не сломать все лапки. Профит. Идеально. Так, уходим. Так, здесь где-то должен быть входец и выходец. Но выходец где-то втуть. Так, окна узкие, нам не прорвироваться. Тут. Так, а со второго этажа мы тут никак не свалируем, а? На тебе кофеечку, братан, ты прям пугаешь меня. С крыши можно садануться вниз. Давайте так и сделаем. Я! Высоковато. Нормально. Так, уходим отсюда. На офигенный магазинчик. Прям огонь. Так. И наш веселый мотосрайкл. Принимай всякое. Это мы такие. Оп, нить. Оп, нить. А вот это вот разобрать, будьте любезны. Так, ну что, еды мы немножечко хапнули. Совсем в не тех пропорциях, которые рассчитывали, конечно. Но... На то он и рандомий. Так. Так, ну что у нас здесь ныкается? Ну, ничего такого критически опасного, конечно, но... Страховочка не, не повредит, конечно, вопросов нет. Так, ну давай самочки их, что ли. Давай, камон! Что-то они как-то это... А меня-то что, отоварило через две стены? Так, все, да? Нет. Фига себе! Радуйся. Отойдем подальше. Вот уже лучше. Одна... Извините. Извините, простите. Готов. Так, ну вроде все рассосались, уже плюс. Так, а что у нас в этом городке-то еще? Ну вот в этом углу может, конечно, что-то быть, но я очень сомневаюсь, да? Ух, твою же ж мать! Зря я. Где он? Так, этот отфиналился. Это, похоже, трудовик. Бежим. Петрович, ты или это?
Он, видите, головой говорит нет. Так, ну здесь должно быть дорого-богато. Ну, должно быть и есть. Две большие разницы. Ну, как у нас тут поживает литературный кружок? Понятно. Чё-то я про этих товарищей-то здесь засадных-то забыл, если честно. Чё-то спокойно такой зашел, типа, здравствуйте. Шлеп-шлеп-шлеп. Так, вот это нам не критично, не практично и вообще нафиг не нужно. Хватило бы отмычек большой ящик открыть, это, конечно, однозначно была бы хорошая идея. Так. Угу, хорошо. Хорошо. Чуть похуже, но все равно неплохо. Ну, это вообще, конечно, неплохо выглядит. Если не разбираться. А если разбираться, то это, конечно, то еще ничего. Ну, как бы прекрасно, казалось бы, но лишь казалось бы. Пойдем отсюда. Что-то как-то тут совсем не алло. Так, надо решить, что нам действительно нужно. И немножечко почистить наши эти. Так, потом вот это тоже. Лишнее, очевидно. 7 штучек можно было бы, конечно, и продать, в общем-то. Ладно, но это сейчас не критично. Странно, что сюда половины не влазят всяких наполнений и прочего-прочего. Это прям удивительно и прям это поразительно. Так, а у нас здесь самая вкусняшка пошла. Так, где-то должен быть птицар. Так, ну и здесь друзьямбры. Так, ну это, конечно, могло бы порадовать того, кто радуется всему подряд, но явно не меня. Так, там у нас Доггер и прочие веселые товарищи. Как говорится, закройте ферточку, мне дует. Так, вот здесь на последнем этаже тоже была комната с вкусняшкой. Но опять же, ее надо поискать будет по этому лесам. А впереди нас ждет лучший самый сок города, друзья мои. Прям два халявных дома. Прям раз, и там вот два. А вас, мадам, извините, мы как бы не звали на наш праздник жизни. Так, 5 у нас, к сожалению, всего от отмычек. Вот мычек всего 5, и это может быть проблемка. Так, где нас тут эти опасные друзьямбры? Это что такое? У нас тут попадос? Идти-то... Ой-ой-ой. Ёкарный баба, эти-то чё сагрились? Ядрёна кочерышковая система. Лесом идите. Чё-то непонятно, чё такая орда сразу прибежала. Прям на удивление. На удивление агр сильно чё-то поменялся.
Миленько там ребята развлекаются. Слушайте, реально непонятно, что-то вся толпа сагрировалась сразу. А обычно такого не происходит. Так, я надеюсь, они в ближайшее время сюда не ворвутся. Их так уже, и так уже много здесь покрошили. Так, ладно. Патрушки мы забираем. Пистолетик, ну, даже не знаю. Короче, не так уж здесь и здорово. А что-то агр получился. Ой-ой-ой, всей толпой они, короче, ломанулись. Вся верхняя когорт среагировала. Неужели разработчики это выщемляют, а? Это забавно было бы. А, друзья мои, делитесь в комментариях, кстати, у вас такое происходит нынче? Или нет? Или мне просто так не повезло? Это же по-хорошему этой толпы быть не должно было. Я должен был тихенько войти, тихенько выйти. И все. А тут получилось совершенно нафиг никому не нужный махач на ровном месте. Удивительно, но факт. Подожди, я здесь был, что ли, уже? Да, я здесь, к сожалению, уже был. Так что вот такая вот, друзья мои, свистопляска необычная. Ну вот, друзья мои, мы и доехали до нового вкусного города. Давно я этого здания не видел. Там вкусняшка, кто не знает, вот там наверху. Но это, друзья мои, мы будем залезать в следующий раз. А на этом, друзья мои, плавненько на сегодня заканчиваем. Не забывайте, друзья мои, прожимать лайчинский. Если не впадлу, нажимайте кнопочку поделиться. Колокольчик, лайк, подписка, традиционная ютубовская триада, друзья мои. А на этом, в принципе, все. Не забывайте прожимать лусик. И, друзья мои, до скорых встреч в следующих летсплеях, стримах на канале Crabble and Games. Всем удачи, друзья мои. До скорых встреч. Парам-парам-пам.